есть, условно говоря, если начинать считать, то ты просто не прыгнешь. И поэтому ты, в общем, если это принять как метафору, да, ты никогда не поймешь, прыгнуть вот эту пропасть, да, эту яму. Нужно, чтобы ее перепрыгнуть, нужен волевой акт, да, нужна вера. И волевой акт. Хотя, в общем, шуты, ну, не знаю, там линейка говорит тебе, что вот, ну, ты не в состоянии этого сделать. И вот здесь очень важно понять, что нужен волевой акт. Всегда. Потому что если у вас нет слова, если у вас нет выбора, это нельзя назвать верой. Это можно назвать чем угодно. Но это нельзя назвать верой. Даже, кстати сказать, человек, если человек христианин, потому что он, ну, как-то вот себя, он точно знает по, такой, как, по какой-то причине, что вот если А, то Б, и поэтому он не верит, понимая, что будет это, то Я такими хакерами снідаю. Васил. Незламний захист вашої печінки. Головне, пам'ятай про головне, це трамондарниця. В епіцентрі садовий бум. Комплект садових меблів Марсель з економією 40%. Смачно і так корисно. Садове пюре для всіх. Мілупа. Но сейчас мы будем говорить не об этом. Сейчас мы будем говорить о музыке. Пропала с нашим выдающимся, вот без ложной скромности. Никогда не покрываются пылью. Российский музыкант, автор песен, радиоведущий. Ты занимаешься творчеством или лежишь и почитаешь на своих рок-н-ролльных лаврах? Я как бы все время нахожусь в ситуации так или иначе творческой. Вот, другое дело, что она подразумевает и, ну, какую-то домашнюю там деятельность, да, и студийную деятельность, и концертную деятельность. Вот, концерты у меня в эти вот прямо непосредственно в праздники особых таких нету, вот именно домашнего и студийного, что хочется сделать. И прямо вот сейчас, как раз буквально там 10 минут назад я беседовал с Гариком Сукачевым по телефону, потому что совсем почти готов наш альбом «Боцман и Бродяга», часть вторая, 25 лет спустя. Вот, и поэтому надо наследовать из войны Великой Отечественной, Второй мировой мир, который она дала. А сейчас многие из наших классных представителей, я смотрю по телевизионной, значит,